Здравствуйте, уважаемые друзья и гости моего канала. Сегодня мы с вами готовим очень простое и сытное блюдо, которое понравится абсолютно всем. Что-то наподобие плова из полтавской крупы. Это крупа пшеничная, такая же, как булгур. Берем от 5 до 8 куриных крылышек, можно использовать ножки. На крупной терке я натерла 2 моркови, измельчаем 2 крупных луковицы. Также нам понадобится масло без запаха, столовая ложка томатной пасты или кетчупа, столовая ложка приправы для плова. Туда же я высыпала 1 чайную ложку черного молотого перчика, 1/2 или 1/4 часть чайной ложечки красного каенского перца, 2 чайные ложечки без верха соли и 5 зубчиков чеснока, которые я порезала повдоль. На раскаленную сковороду наливаю растительное масло, выкладываю морковь, выкладываю лук и все пассирую до золотистости моркови и до прозрачности лука. Овощи готовы, подготавливаем форму, выкладываем все одним слоем и выравниваем. Вторым слоем выкладываем промытую крупу булгур. Здесь у меня 2 кружки по 200 мл. Разравниваем. Чесночок втыкаем прямо в крупу. Специи перемешиваем и натираем крылышки. Крылышки выкладываем поверх крупы. Оставшиеся специи перемешиваем с водой. Кипячу чайник и заливаю 4 таких же кружки кипятка. Форма у нас, конечно же, получается почти целая, но это не страшно. Ведь в процессе готовки вода испарится и крупа ее в себе впитает. Силиконовой лопаточкой подпускаем воду в крупу и в зажарку, включаем духовой шкаф, разогреваем его до 200 градусов в течение 15 минут, блюдо закрываем фольгой и ставим зажариваться на 1 час. Когда остается до окончания 15 минут, достаем блюдо, снимаем с него фольгу и ставим на зарумянивание на оставшееся время. Блюдо наше готово, оно получается необычайно вкусным и сытным. Такое блюдо можно готовить и в мультиварке, выбирать способ вам. Называйте его как хотите, плов, каша, но тем не менее, оно стоит того, чтобы приготовить хотя бы раз и полюбить его. До новых встреч, смотрите мои другие видео, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии.